опыту могу сказать, что применительно к Сибири отсутствует такое понятие, как близкие дистанции. Подача хорошая, удар, заблокировали, Войдель, штрафной площади, Металлург, Войдель продолжает владеть мячом. Еще один наброс, и здесь уже мяч влетает, такие ворота сахалинца. Ну, с горем пополам запихали футболисты Металлурга. Григорьев становится автором этого мяча. Но много моментов было у Максима Григорьева, ведь и, ну и какой красавец, побежал к своим болельщикам, к своим фанатам, пятью не отбивать. Ну, сейчас повторы будем рассматривать под микроскоп. Войдель здесь стянул на себя двоих. Два обманных движения. Очень хороший заброс на Григорьева. Григорьев выигрывает персональную борьбу, индивидуальную борьбу у защитника сахалинца. Ну, просто продавил, задавил он здесь пятого номера. Пятого номера?